Что нужно знать родителям, чтобы родить и воспитать здорового малыша? Об этом не только говорили участники республиканского конгресса «Мама-про», который прошел в Бресте. Мероприятие собрало почти 500 людей. Проект очень нужен. Он нужен не только мамам и папам будущим, он нужен и нам, врачам. Это, знаете, такая площадка, на которой мы объединяемся, говорим неформально, так сказать, без белого халата, поднимаем самые-самые актуальные темы. Это вообще моя вторая беременность. Первому ребенку уже 10 лет, дочери. И я думаю, что за 10 лет очень много чего изменилось, скажем так, в уходе за малышами. Какие-то новые тенденции появились в этом направлении. Хотелось бы просто послушать специалистов. В рамках проекта был организован день открытых дверей в Брестском областном роддоме, чтобы девушки в положении могли узнать об этапах родов и познакомиться с условиями пребывания.